книжек о любви, песен и объятий. За автографом спешит к властелинам мысли, а увидит пируэт настоящей жизни. На книжную ярмарку неторопливо, дыханием скифской весны. Шагает пол Тимофеич, Горгулов, что делать будете вы? Пол Брède, écrivain, ancien combattant. Пол Брède, écrivain, ancien combattant. И стен гордость республики падает в один миг. Сняли с него полномочия стрелецковича книг. Гость получил приглашение калибра 6.35, куда приглашает Горгулов, в этих книгах не прочитать. Хочет мир, попрана машина и за эшафот.